И после 10 минут общения с этими товарищами, как вы поняли, ничего я от них не добился, ни совести, ни какой-то порядочности, ни даже какого-то нормального вразумительного ответа, только хихоньки-хахоньки. После этого я понял, что разговаривать дальше бесполезно, но решил остаться на месте и немножечко пофиксировать, что же они вообще там делают. Останавливали зачем? Что? Зачем останавливали? Хорошо. Не, ничего. Я полицейского снимаю. Работяга. А в чем смысл? А в чем смысл? Так я испытал. Ну и как вы поняли, занимались они там классическими гаишными такими штуками под названием проверка документов. То есть останавливают просто любые какие-то автомобили наугад. Вот особенно последний случай, красивый такой, показательный, скажем так, да, то есть вот этот вот. Гром выходит из патрульного автомобиля. И так первого попавшегося, иди сюда. И просто проверяют документы. И отпускают. Ну зачем, как бы, это, знаете, то же самое, что искать иголку в стоге сена. Да, можешь найти там кого-то, кто не трезвый, либо найти кого-то, у кого нет документов. Но если именно так должна работать полиция, то я тогда не знаю, зачем нам нужны законы, просто скажите, дайте им какую-то, я не знаю, устную инструкцию, делайте как хотите, вот и вот так вот они будут делать. После этого они поняли, что ловить нечего, и начали разъезжаться. Я пошел в сторону, в обратную, увидел там киоск, хотел попить кофе. Подошел поближе к киоску, ну там, наверное, метров 200, да, приблизительно я шел. Киоск оказался закрыт, я развернулся и пошел в обратную сторону. И в этот момент вот эти вот двое красавцев
Гром и Лукаш подъехали на патрульном автомобиле и стали, ну, практически на перекрестке, то есть в нарушение правил дорожного движения. И вот следующую часть я вам покажу просто коротко, как все происходило. Это уже будет конкретный момент с задержанием. Я там не буду комментировать, просто посмотрите и оцените, как все происходило. Свои дальнейшие пояснения я запишу потом.